После изнасилования семиклассницы в школьном туалете кресла лишился еще один руководитель. Министр внутренних дел освободил от должности начальника управления полиции Тараза Ардака Мадимарова. Ерлан Тургубаев посчитал, главный полицейский города не смог обеспечить безопасность несовершеннолетних. Наказанные районы и руководители управления полиции, министр также усомнился в компетентности начальника областного департамента. Напомню, 12-летнюю девочку изнасиловали в школьном уличном туалете. О безопасности детей высказался сегодня и главный учитель страны. По мнению Асхата Имагамбетова, нужно пересмотреть санитарные нормы и запретить уличные клозеты. И сделать это нужно как можно скорее, пока не случилась еще одна трагедия. Местные исполнительные органы будут вынуждены для того, чтобы лицензия у школы была, для того, чтобы эта школа продолжала свое существование, функционирование, принимать действительно реальные меры. Случай с изнасилованием семиклассницы в Таразе, конечно, вопиющий, но самое страшное, что все произошло в школьном уличном туалете. Поражает и тот факт, что преступник попал в объективы камер наблюдения. Вот он бродит вокруг учебного заведения в поисках жертвы, как уверяют очевидцы, в течение часа. Но ни у кого из администрации школы не вызывает подозрения. Возмущению родителей нет предела. Они заявляют, что обращали внимание директора на проблемы с безопасностью детей, но никто не принимал меры. А вот реакция на ЧП была молниеносной. Преступника задержали практически сразу. Оказалось, что 19 лет назад его уже судили за похожие преступления. И когда все вскрылось, тут же полетели головы. Уволили двух учителей, дежурного и того, что отпустил девочку с урока, а еще вахтера, школьного инспектора и директора школы. Подставку подала начальник областного управления образования. Наказали и полицейских. Всего 12 человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Ну и главным итогом ЧП стало поручение президента снять с должности акима Тараза Кайрата Досаева. Что интересно, практически в это же время в парламенте обсуждали законопроект об ужесточении наказания для педофилов. Тот самый, о котором говорил президент Токаев в своем послании. Главное, за насилие над детьми теперь будут сажать пожизненно, а примирение в таких случаях станет невозможным. Случай с семиклассницей в Таразе только убедил депутатов в острой необходимости этих поправок. Вопиющий случай в Таразе показал, что насильников несовершеннолетних надо наказывать беспощадно и жестоко. И законодательство в отношении насильников малолетних должно быть максимально суровым. В рассматриваемом Уголовном кодексе по предложению депутатов уже внесены нормы, которые ужесточают наказание для них вплоть до пожизненного срока. Но это печальная история не только об изнасиловании. Родители по всей стране всерьез заговорили о безопасности детей в школах. Ведь ты отпускаешь ребенка практически на целый день, и кто-то должен гарантировать, что вернется он живым и здоровым. Но о каком здоровье может идти речь, если в школах до сих пор нет туалетов? И зимой дети вынуждены бегать на улицу. И таких учебных заведений в стране сегодня 2500. Больше всего так называемых надворных туалетов в Туркестанской области. На втором месте Алматинская, и замыкает печальный рейтинг как раз Жамбылская область. И оказалось, что это не только проблема сел, нет туалетов даже в городских школах. Далеко ходить за примером не надо. Вот это в самом большом городе Казахстана, Алматы. В культурной столице дети тоже бегают по нужде на улицу. О большой проблеме наш специальный репортаж. Чиновники и полицейские в президиуме, как и положено почетным гостям. Стоящим вокруг родителям, они обещают навести в школе порядок и в подтверждении перечисляют, кого уже успели наказать. Это ведь должно успокоить. Преподаватель, который отпустил человека со школы, он уволен уже. Значит, охранник, который сидел здесь, внизу которого, он уволен уже. 3 человека. Уже 12 человек лишились должностей или получили выговоры, но родители хотят не массовой казни, а чтобы в школе стало безопасно. Ведь об этом говорили давно и не раз. Здесь встречала свою внучку и вот здесь сидела. Здесь натуральный проходной двор. Я к ней заходила, 100 раз ходила. Здесь учиться что-то, увидеть. Здесь район не очень спокойный. Это не первый случай. И не второй. И чтобы предотвратить последующие, родители требуют конкретных мер. Говорят, камеры в школе работают не все, и об этом руководство учебного заведения еще в мае писало в акимат. Но чиновник, который курирует образование, похоже, эту бумагу видит впервые. Камера не работает, охраны нет, никто не ходит. Смотрите, они писали, руководство школы писало, имя,
на выдачу денежных средств по ремонту этой камеры. Где эти тиражные места? И Замакима рассказывает родителям про тендеры и время, которое уже упустили. Городской прокурор обещает обеспечить школу постоянной охраной, но и тут придется подождать. Постоянную охрану, чтобы обеспечить, для этого надо с бюджета деньги выделять. Это государственное учреждение, это не частная школа. Госучреждение для того, чтобы обеспечивать, да, нужно с бюджета деньги выделять. После трагедии, как водится, за обсуждение проблем берутся депутаты. Вот и теперь народные избранники негодуют. Говорят, не наказывать нужно после, а работать до. Такие меры скорее можно расценивать как привычную рефлексию чиновников найти и наказать стрелочников. Проблема же незащищенности наших детей, в том числе и в школьных учреждениях, зачастую лежит в плоскости профессиональной инфантильности и халатности. Мажилисмен потребовала срочно построить во всех школах туалеты, вкрутить камеры и усилить охрану. По ее данным, учебным заведениям сегодня не хватает 2000 школьных инспекторов. Но и те, что есть, тоже не всегда справляются. В день, когда школьница оказалась жертвой преступления, школьного инспектора на рабочем месте не было. И это не редкий случай. Инспекторы зачастую находятся то на усилении, то на отработках, то на совещаниях. За примерами далеко ходить не надо. И даже выезжать за пределы, например, Алматы. Школа номер 150. У входа смотрит камера. И еще бдительный вахтер, который всех гостей фиксирует в журнале. Даже если родители приходят, родители записываются. Записывайтесь вы. То есть я могу псевдоним написать свой? Нет, почему? Вы показываете свой документ. Камеры есть и в коридоре, но следить по ним можно только из кабинета директора, которая, понятное дело, на этом посту всегда находиться не может. Вот у нас вход, где записывается. Да если здесь кто-нибудь заходит, я уже вижу, кто зашел. Вот здесь все видно в сторону туалета. А вот школьному инспектору, как и подозревала депутат, следить за порядком некогда. Рабочий день с утра. То есть иногда бывает, что они сдают отчеты, там, проводят с детьми беседы. Ну, то есть сейчас инспектор у себя здесь на рабочем месте? Нет, на данный момент инспектор поехала в РУВД. Поэтому безопасность учеников на плечах учителей. Директор говорит, на улице у туалета всегда дежурят взрослые. И это не только из-за случая в Таразе. Вот это взрослый, а там мускул. А как их отличить? Вот, хотели написать, мы это побелили, покрасили. Так у нас все чисто, удобно, как говорится. Удобно? Удобно, неудобно, но условий нет, поэтому, видите как, центральной канализации нет, поэтому. Нет в школе и газового отопления, зато недавно купили современные печи. Кочегар всегда на месте, у него важная миссия – уголь подкидывать 4 раза в день. В Алматы сегодня 3 школы, включая эту, которые обещают заменить на новые – центральным отоплением и канализацией. Чиновники говорят, терпеть учащимся осталось 1,5 года. После разрешения или подтверждения человек может пройти, если это согласованная встреча. У нас согласованная встреча. Да. Пропустите меня, пожалуйста. Спасибо. Да. А вы нас увидели сразу, как только мы вошли. Где вы видите? У нас вот здесь есть система видеонаблюдения, по которой мы можем смотреть. Только вы внутри. Подошли к этим калиточке, я вас увидел, повернулся, смотрю. Павел Свидов взгляд от монитора отрывает, только встречая посетителей. В частной школе Алматы с посторонними строго. Камеры глазеют в каждом углу и даже в раздевалке. Каждый ребенок находится под контролем. Каждый ребенок имеет защиту. Все слышишь, все видишь, кто чем занимается. Здесь учатся всего 250 детей. У каждого именной электронный пропуск. Компактный коллектив дает преимущество. Все друг друга знают. И чужака вычислят сразу. Даже охранники, не то что детей, уже родители всех знают. Да. Но такие комфортные условия и повышенная безопасность стоят родителям в среднем 120 тысяч в месяц. Хотя эксперты считают, что ничего сверхъестественного в этом нет. И такие стандарты пора вводить везде. Школы находятся в ведении акиматов. Если у них не хватает денег, тогда аким должен приезжать в правительство и просто и в тот же парламент, который утверждает бюджет, и прямо говорить им в лицо, что вы, если не дадите деньги мне на то, чтобы я перестроил эту школу, то я просто вот буду обращаться к главе государства. Пробовал ли выбить деньги на нормальный туалет аким Панфиловского сельского округа, неизвестно. Поэтому родители сами пекутся об условиях в местной школе. Особенно после ЧП, что случилось здесь несколько лет назад.
Там настолько вот это все обвалились, вот эти дырки, что второклассница девочка буквально туда упала, в этот туалет. А это вот новый туалет, который построили на средства родителей. Вот он стоит. Но дети мои жалуются. И холодно, и вот эти дырки там какие-то непонятные. Учителя говорят, провожать каждого ребенка по нужде они не могут. А денег, что выделяют на ремонт школы, на унитазы точно не хватит. В Микепнышний день никогда не было туалета. Был капремонт, но мы не можем здесь внутри делать туалет, потому что у нас нет канализации, у нас нет нормальной воды. Нам выделяется на ремонт 407 с чем-то тысяч. У нас квадратура 4408 квадратных метров. Когда сельских школьников пересадят на унитазы, в местном акимате сказать не смогли. К тому же они сами пользуются довольно скромными и тесными удобствами. А детям к уличной уборной не привыкать. Туалет пока на улице. Как только, так сразу, пока я не могу сказать. Зато в Таразе продолжают говорить и даже что-то делать. После несчастья с семиклассницей уличный туалет наглухо закрыли и распахнули двери в уборные внутри здания, которые были всегда, просто детей туда не пускали. Во дворе теперь патрулирует инспектор в паре с дежурным учителем. О, ладно, вот же говорю, по 15 минут греться. 15 минут одна заходит, 15 минут она пошла греться. А в это время в теплом акимате теперь главная забота, как поделиться комфортом с детьми и педагогами. На днях подсчитали, сколько нужно денег, чтобы установить туалеты во всех школах региона. 260 туалетов требуют своей модернизации для того, чтобы, во-первых, их, наверное, пристроить к школе, раз. Второй, наверное, септик и водоснабжение, два. Не менее 560-580 миллионов тенге нужно для того, чтобы мы провели оперативные меры по этим туалетам, которые находятся вне территории школы. Но спускать миллионы в канализацию начнут не раньше следующего года. Это значит, что тысячам школьников, и не только жамбылским, еще придется бегать на улицу или терпеть. Перед чиновниками такой выбор не стоит. Просто нужда у всех разная.